И завершили мы этот объект. Длилась у нас работа 2 года. Начинали мы с проектирования, потом прокладывали коммуникации, инженерные сети, подпорную стенку и сделали ландшафт. Общая концепция сада – это минимализм. Большие плоскости газона, кулисные посадки, которые вокруг дома по периметру участка, и они создают эффект камерности. У нас акцентом является габионы, подпорная стенка, и на фоне леса и природных посадок, соответственно, наши две фигуры, это туя и можжевельник. Это у нас как арт-объект, которые цепляют глаз. Там, где я стою, это естественный уровень грунта, а все, что слева, это насыпной грунт, который нам достался от строителей. И работа проделана колоссальная по вертикалке, то есть по вертикальной планировке и по организации пространства. Один из приемов минимализма – это когда при посадке мы используем всего лишь один или два вида туй, но разной высоты и объема. Эту зону за моей спиной мы делали в этом году. Раньше здесь стоял вагончик, была разгрузочная зона, мусор. Одним словом, кошмар. А сейчас здесь красота, и изюминкой этой зоны является цветник. Изначально мы хотели сделать цветник более объемным и крупным, но внесли изменения, потому что за газоном будет ухаживать робот-газонокосилка или робот-газонокосильщик. Неважно. И нам пришлось адаптировать расстояние между брусчаткой и цветником для того, чтобы он проезжал. Цветник у нас тоже сделан в общем стиле с ландшафтом. У нас всего лишь есть хвойные и лиственные, никаких многолетников. В отсыпке мы отошли от привычной мелкой галечки или щебеночки. Мы использовали крупноформатный камень, который перекликается с нашей подпорной стенкой. Я нахожусь в лесной зоне, где мы расчистили территорию, оставили всю растительность, как она есть. Здесь даже цветут ландыши. Акцентом у нас является дорожка, которая проходит между деревьями. И хочу сакцентировать ваше внимание на одну и на вторую березу, которые являются как бы воротами и приглашают нас посетить наш лес. На этом объекте ты себя чувствуешь спокойно, потому что аура очень хорошая вокруг, и заказчики хорошие, и ландшафт получился интересный. Несмотря на то, что мне нравятся сады с пышным цветением и с большими объемами, этот сад мне по душе и очень интересен своей уже лаконичностью и целостностью. Я очень рад, что с этим садом мы не прощаемся, и мы будем выполнять обслуживание и наблюдать, как он будет развиваться.